Всем привет, вы поняли канал Hard Reset Info, и в этом видео я расскажу вам, как на телефоне OnePlus 10T, что же сделать, именно включить Night Mode, то есть ночной режим. Итак, для этого мы разблокируем наш телефон, отодвигаем шторку, отодвигаем вот эту вот панель еще раз и ищем здесь ночной режим. Я его здесь не вижу, есть защита глаз, это неплохая тема, но это не то, что нужно. Далее, вот здесь у нас все еще почему-то нет. А нет, есть режим затемнения. Включаем его. Вот, если же его у вас и впрямь нет, то нажимаем на карандашик. И вот в этой панельке должны его найти. Вот, допустим, представим, что вот ночной режим, кстати. Можем перетянуть его сюда. Теперь нажать назад. И включить его. Спите спокойно благодаря ночному режиму. Функция не беспокоит для ночного режима. Оттенки серого. Далее. С 23 до 7 готово. При зарядке во время сна. Что? При зарядке во время сна. Что? Я не понимаю. Неважно. При зарядке... Ой, да что происходит? Слишком много всего, все, отстаньте. Ну, в общем, хотя нет, ладно, давайте уже сделаем. При зарядке во время сна, я не понимаю, о чем идет речь сейчас. А, включение ночного режима при зарядке во время сна, конечно. Да. Не включать... нет, давайте не будем во время... вот так вот включать. Просто по расписанию. Окей, и, собственно так говоря... Все, теперь можем вернуться. И вот он наш... ночной режим, очень приятный для ночи. Но вообще-то под ночным режимом воспринимается еще режим затемнения. Поэтому я думаю, если вы искали то или иное, то в любом случае вы нашли для себя ответы. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!